Всем привет! Ну а сейчас я расскажу вам про знаменитый лифт бра сезон этого лета, который приподнимает вашу грудь на 2 и даже на 3 размера. И его можно носить даже с декольте. Все плюсы этого лифа я вам сейчас расскажу. Поехали! Можно сказать, при вас его надеваю, под грудь леплю и вот так вот наверх. Значит, первый этап уже сделан. Главная фишка этого лифа – это вот эта веревочка, которую нужно затянуть, и за счет нее вы увидите обалденную разницу. Моя грудь уже стала больше? Сука, что это за херня? Вот что это за херня? И главное, его можно одеть с маечкой, с платьем, с декольте. И как бы вообще пофигу, да, что вот здесь вот вообще все открыто, все видно. Половина сисек вот с этой стороны вываливается, но это ладно, неважно. Где мой второй, третий обещанный размер? Где мои сиськи, которые должны были стоять вот так? В смысле, девчонки, нас просто жестоко обманывают и жестоко разводят на деньги. Не берите вы эту херню. Этот лифчик подходит тем, у кого силиконовые, сука, сиськи пятого размера, которые налепили, они как были стоячие, они только вот так вот жались и все. На настоящей сисюле это не действует. Не ведитесь и не тратьте деньги. Сука, как я, идиотка, 500 рублей потратила. Ёб твою мать. Фух. Ну, короче, я думаю, это было вам интересно. И главное, его можно одеть с любым платьем. Пока.